Ситуация на Украине стала одной из главных тем прошедших в Париже переговоров между президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель. На пресс-конференции, посвященной итогам встречи, журналистов интересовало, как европейские лидеры оценивают соблюдение минских договоренностей и можно ли верить заявлениям Киева о присутствии в Донбассе российской армии. Ничего не известно о вводе российских танков и другой военной техники на Украину. Никаких подтверждений этому нет. Мы рассчитываем, что минские договоренности будут соблюдаться в полной мере. Потому что наша цель не вводить новые санкции, а добиться мира на Украине. Ангела Меркель добавила, в свою очередь, ситуация на Украине остается сложной, и выполнение минских соглашений – единственный способ урегулировать конфликт. К сожалению, трудности для Украины не закончились. Мы сейчас идем по единому пути и сообща делаем все возможное, чтобы ситуация становилась лучше. Необходимо обеспечить отвод тяжелых вооружений и обмен пленными. Также необходимо сойти с пути санкций. Лидеры Франции и Германии заявили, что в ближайшие дни проведут дополнительные встречи и консультации по Украине.